Наша социальность, она сейчас естественным образом сужается до очень узкой группы лиц. Значит, в случае руководителя это ваш топ-менеджмент. То есть ваш топ-менеджмент, которому вы должны уделить максимальное количество времени, внимания, своего участия там, и так далее. Хотят они в ночи пойти выпить, пойдите с ним выпить. Хотят они, значит, чтобы вы рассказать им, как у них какая-то катастрофа случилась, послушать эту катастрофу. Вот в этот ближний круг. Но самое важное, что вы с каждым из них должны опросить про их пятерых человек, которые им подчиняются, в каком они состоянии там, и так далее, и, по сути дела, направить их туда, выполнить эту социальную функцию. А те должны отправиться к своим пятеркам, которые на них замыкаются. Значит, сейчас вот дико важно, чтобы каждый руководитель и менеджер разных звеньев встретился, повзаимодействовал, пропунктировал, как бы сказать, донес правильные тезисы в каждых, как бы, вот этой пятерке этих, то, что называется, ближний круг у Данбара.